А я, значит, заказал вот себе вот такой вот прибор, но у меня не было батарейки 9 вольт, я вот купил себе вот такую батарейку 9 вольт, Крона называется, вот сейчас я вот открою и проведу испытание, как работает мой этот прибор. Если вы не знаете, то этот прибор, он вообще реагирует на влажность. Вот, смотрите, что тут внутри. Сюда вовнутрь нужно положить батарейку. Ну, в смысле, засунуть. Так, тут плюс, тут минус. Так, все правильно, значит, сложил. Так, теперь чуть-чуть надавлю, чтобы можно было закрыть крышечкой. Так, оп-оп-оп-оп-оп-оп. И закрыл. Вот видите. А! Ну, вы поняли примерно, как он работает. То есть, у меня руки чуть-чуть сейчас влажные, поэтому он и реагирует на влажность. Вообще, я заказывал прибор, я думал, то, что он будет определять погоду там где-нибудь на улице или что-то такое, там в какой рубашке или там в какой футболке выходить мне на улицу, там или с зонтом, я не знаю. А он, оказывается, определяет то, что... Вот, ну, то есть, у меня руки влажные, поэтому он определяет влажность. Даже такую влажность, даже не воду, даже вообще это предназначено... для, ну, я так понимаю, куда-нибудь под канализационные трубы положить туда, куда-нибудь, или, ну, в общем, когда вас соседи затопили, тогда он начинает туда уиу-уиу-уиу-уиу, и вы сразу понимаете, что вас топят, вы быстрее звоните там сантехнику или кому-нибудь там что-то сообщаете, и, ну, то есть вы узнаете раньше, чем до этого о вашей беде. Вот, итак, значит, сегодня я хочу провести эксперимент, как он работает. Итак, значит, давайте первое, простое, вот давайте я подую просто на него, потому что, как бы, все равно есть немножечко даже влага. Не, ну это я не дула, это я специально, как бы, горячий воздух, ну-ка, просто подую. Так, все, хватит, у меня уже уши болят, давайте я переверну немного, чтобы слышно не было, а то, ну, не так громко было. Итак, значит, на это он действует, пальцы, вот пальцы рук, вот смотрите, один пальчик вот так вот прикасаюсь. Ну-ка, второй вот так вот. Ладно, короче. Все, музыка не получилась. Ну ладно, итак, значит, проведем эксперимент. Допустим, вы носите памперсы для восьмиклассников, и вы вдруг... Ладно, это потом, это не сейчас. Памперсов для восьмиклассников не бывает. Итак, допустим, вот проведем такой вот эксперимент. Вот у меня есть такие вот девчачьи трусики. Вот видите, тут вот даже бантик есть. Вот-вот, видите. Так. Так, ладно. Итак, значит, мы возьмем, положим этот прибор. Так, во-первых, мы возьмем, положим этот прибор в девчачьи трусики. Вот сюда. Так, значит, мы положили. Итак, что же мы делаем? Мы возьмем сейчас прищепку. Так, сейчас я опять подниму. Возьму большой пинцет, чтобы было удобней. Так, сейчас. Надо как-то... Ай, блин, опять задел. Так, короче. Все, надо взять вот так вот и... Все, прищемил. Значит, где наш прибор? Он... Блин, он почему-то тут рядом, он должен быть там далеко. Так, короче, прищемлять ничего не буду. Он, значит, вот где-то вот тут, вот здесь, вот тут вот. Так, ну этот датчик, который срабатывает на влажность. Итак, вот у меня есть бутылка воды. Давайте я вот сюда... Нет, вот у меня есть специально для промывания глаз. Вот так вот я чуть-чуть налью. Немного, чуть-чуть. Закрою крышкой, чтобы... Если я разолью, не было пожара. Возьму пинцет. Наберу воды. Ой, пипетку. Какой пинцет? И давай. Ну.
Все, авария. То есть это как бы девочка описалась. Вот. В трусы. То есть, в общем, это он реагирует на влажность. То есть тут вот даже немножечко влажность есть. Ну вот сверху вы, наверное, не видите, но я так чуть-чуть тоже сам вижу. Вот я беру, вот прикладываю на место, где влажно. Ну, то есть он тоже чуть-чуть реагирует. А если его придавить, ну, вот таким не влажным предметом, то есть он тоже реагирует хорошо. Ну, то есть так я сам просто положил, а если его нормально так придавить, то будет хорошо работать. Вообще, если вы там где-нибудь в канализации там положите, то я думаю, что его не стоит вот так вот прямо, его лучше даже немножечко вот так вот в бок положить, чтобы оно как бы сразу все не залилось, чтобы не было такого... Блин, я опять потрогала. Так, ладно. Так, где? А, вот. Нет, чтобы вы понимали, как работает этот прибор. Поняли? То есть он... Я, кстати, даже когда языком коснулся, это как, знаете, как обкрону. Вот так вот языком проводите и такой немножечко током ударило. Ну, давайте вот я даже могу вот прям пипеткой могу вот так вот попасть. Вот давайте. Оп. Да ё-моё, ну что такое? Так. Все. Все вытер, чтобы ничего не было. Но, если же вас реально там кто-то затопил, если вас реально кто-то там затопил, то знаете, какой эффект будет? Ну, это... Давайте я вот даже положу сначала салфетку, а потом эту, ну, то есть, чтобы как бы... Ну, в общем, оно и так влага пройдет и будет вообще... Так, все, надо вытереть теперь опять его. Так, когда мы выключили, он не работает. То есть тут вот есть кнопка включения, выключения. То есть он не всегда работает. Итак, значит, я включил. Так, все, вот убираю. Он даже на мои пальцы реагирует. Вот, смотрите. Так, ну давайте теперь возьмем наш датчик и... И засунем его в бутылку. То есть я даже не окунул его в саму воду. Тут, видимо, какие-то вот, да, капельки есть. И он об эти капельки задевается. И получается так, что... Значит, этот датчик начинает визжать. Так, ну-ка, давайте еще раз. Все, так. Надо вот как с ним бороться, а не протирать. Надо просто его брать и выключать. Так, ну-ка, подождите. А теперь шоу скорой помощи. Вот. Ну-ка. Да, короче, я не могу так сделать, и все. Что было, то и было, все. То есть этот прибор, он реагирует даже на то, что вы...
Сейчас включу его. То, что вы на него... Подуете? Нет, не реагирует. Поняли? Или даже если вы на него подышите, как бы, ну так, специально горячим воздухом. Ну, языком прям больно. Или смотрите. Не-не-не. Так, короче, ладно. Но почему-то тут, смотрите, тут зачем-то сделали такую вот дырку. Ну, как сделали ее. Хотя звук в итоге выходит отсюда. Вот смотрите. Или нет, или я ошибся. Ну, ладно, в общем. Ну, лучше всего, короче, ложить его в канализацию, потому что это пригодится вам только в этом месте. А представляете, вот тут вот маленькая капелька лежит, я вот так вот... И он уже орёт. А представляете, если вас затопит, то он как будет вас... Или там батарея где-нибудь потечет, то представляете, как вас это спасет? Батарея там вообще может всю квартиру затопить, и вы даже не проснетесь. А вы когда спите, вот как вас вот этот вот звук не разбудит? Вот я не верю, что он вас не разбудит. Он вас через, ну, минуты две, одну минуту, он разбудит как минимум. Потому что вот этот вот звук, ну, я не знаю, но он... В общем, мы провели эксперимент. Итак, давайте последний раз я попаду пипеткой. И вот смотрите. А, я же не включил его. В общем, прибор классный. Ну или можно над кем-нибудь там даже подшутить. Вот.